Всем привет! Меня зовут Яна. Сегодня подробно покажу, как нарисовать вот этот дизайн. Фон под него не нужен. В центре ноготочка ставим черную точку и полимеризуем. Круглой кистью делаем подмалевки трех лепестков. Гель-краска должна быть плотной. Лепестки разной формы, с загогулинками и выпуклинками. Просушиваем в лампе 10 секунд. Желтый цвет мешаем с бордовым и рисуем 3 нижних лепестка. Важно направлять все линии к центру, иначе цветок потеряет целостность. Сушим 10 секунд и берем алый цвет. Наносим его на края лепестков. Растягиваем к центру. Переход можно делать поглаживающими или постукивающими движениями. Сушим 10 секунд в лампе. Опять берем бордовый, который добавляли в желтый цвет. Проходимся по внутренним лепесткам. Выделяем только места прикосновения с верхними лепестками. Так мы уводим задний план в тень. Растушевываем похлопывающими движениями. Этим же цветом продавливаем середину верхних лепестков. Центр цветка углубляем, добавляя все тот же темно-бордовый цвет. Не просушивая, сразу очерчиваем границы лепестков и центральные прожилки. Помним, что линии идут строго к центру.
Просушиваем. Все промежуточные просушки занимают по 10 секунд. Больше не надо. Гель начинает разрушаться, если его сушить более 10 минут. Бордовым цветом проходимся по фону. Как раз по границе с цветком. Растушевываем. После просушки рисуем из центра тычинки желтым цветом. Сушим. Черным цветом оттеняем тычинки. Точечными движениями кончики и тонкой линией ножки. Очень тонко очерчиваем границы цветка и сушим в лампе. Теперь можно покрыть основным цветом остальные ноготочки, а дизайн топом без липкого слоя. Белой гель-краской выделяем контур цветка. Точечными движениями делаем тычинки. Фон можно украсить сеточкой или стразами. Наш дизайн готов. Хорошего вам настроения и творческих успехов. До встречи!